Всем привет! У меня для вас мудрость. Не судите по размеру, потому что этот малыш может не только воду и смузи взбивать, но и кое-что посложнее. Например, тарталетки. Апельсиново-манговые, потому что почему бы и нет. Начнем с основы. Засыпаем грецкие орехи в чашу измельчителя. Закрепляем крышку, моторный блок и измельчаем в крошку. Врум-врум, врум-врум. Пересыпаем орехи в миску до последней крошки. Теперь отправляем в измельчитель половину фиников и кокосовой стружки. Крышка есть, мотор есть. Измельчаем до однородности. Потом повторяем с оставшимися финиками и кокосом. Вытряхиваем в миску с орехами. Замешиваем однородную массу. Вот такой колобок у нас получился. Застилаем доску пищевой пленкой, чтобы тарталетки не прилипли намертво. Делим замес на 4 части и формируем тарталетки. Кольца для лохов, пальцы – выбор мастеров. Убираем наше творчество в холодильник. Пдыщ! Это ограбление! Давай сюда весь свой сок! В стакан USB-блендера отправляем манго, кокосовые сливки, агар-агар, мед и свежеотжатый апельсиновый сок. Свежеотжатый, поняли, да? Закрываем и взбиваем. А чтобы измельчилось хорошо и равномерно, аккуратно встряхивайте стакан. Переливаем смесь в сотейник и нагреваем на среднем огне. Периодически помешивая, доводим до кипения. Даем побулькать пару минут и немножко остужаем. Разливаем смесь по тарталеткам и убираем в холодильник на ночь. Вот такие красотки у нас получились. Украшаем ягоды, мятой и тимьяном. Кстати, малину прям советую, она тут идеально вписалась. Красота! Мне больше всего нравятся все. Ну, потому что я же их делала. Вот наши тарталетки готовы. Очень здорово. Я немножко удивлена, что получилось 4 штуки. Хватит с лихвой на вас, ну еще на кого-нибудь, может на вас. Ну а теперь давайте пробовать. Получилось очень нежно и достаточно сладко. Ну, я сладкоежка, поэтому мне в самый раз, но вам, возможно, надо будет добавить поменьше меда. Я в основном, конечно, чувствую основу, а начинка такая очень легкая и ненавязчивая. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчики, пишите письма в комментариях. Пока! Что я сделала вообще? Ну, ладно, а ты пишешь, да?